Всем привет, мне вот совершенно нехуй чем заняться. Решил таки поиграть в мод Half-Life Чернобыль. Он таки называется Half-Life Чернобыль. Это однозначно такое крутое название. Вот здесь Кучма, это мод, кажется, 2003 года. Но мне уже уныло, потому что я вот еду уже. Хуй его знает сколько времени в этом. Хуй его знает чему. Еду, блядь. То есть уныло. Оружия нет, ничего нет. В окно не сбежишь. То есть, а будешь еще много прыгать, так нахуй можно где-то застрять. И придется все заново начинать и заново на нем ехать. Это пиздец. Блядь, давай быстрее. Блядь, чуть не застрял. Ёбаный в рот. Кто это все делал? Быстрее едь же. Я вообще не люблю подобные игры. Даже оригинальный Half-Life. Потому что люблю я коридорные, так говорится, шутеры, где просто бежишь, стреляешь и вся хуйня. А вот ездить в каких-то непонятных хуй пойми чему несколько минут — это не по мне. Я сейчас не ебу, куда мне идти. Ворота номер 3. Выезд и въезд по пропускам. Охуенно. Эй, встретимся как-нибудь в другой раз, и я угощу тебя пивом. Охуенно, угости меня пивом сейчас. Мы можем отложить это на потом? Нет, я хочу сейчас свое пиво. Простите, сэр, но я должен оставаться на своем посту. Блять, какой сэр? Он только что меня хотел пивом угостить. Простите, но я на посту, мистер. Я уже мистер? Блять, вот так и просил хлоу пива. Эх, ну его нахуй. Так, здесь двое дверей. Ну что, пойду сюда. Рад тебя видеть сегодня. Надеюсь, ты готов к долгой смене. Долгая смена. Блять, это так штампово, что, блять, пиздец. Да. Кажется, это конец. This is end, блядь. Так. Вот сюда пиздовать или сюда? Попиздую налево. Потому что хуй его знает, куда пиздовать. Блядь, и окна. Окна стеклянные. Вот какой-то хуй на... Вот какой-то хуйне там ездит. Блядь, мне даже монтировки. Монтировочка. Вот это зачет. Блядь, в этой игре такой крепкий воздух. Зачетный воздух здесь. Конечно. Так, куда идти? Надеюсь, сюда, потому что... Так, продолжаю свой путь. Путь. Что это за хуйня? Так. А, тишина, лучшая еда. Блядь, охуеть. Так надо будет всегда и думать, когда жрать хочется. Тишина, лучшая еда, и все. Кто-то опять спрятал мои очки. Охуеть. Мне это так интересно. Наконец-то. Шеф давно уже ждет. Он во втором. Что он себе под нос сказал? Он во втором... Блять. Так, столовая, раздевалка, территория 19. Пойду в столовую. А хули делать? Так, раздевалка. Раздевалка. Что здесь? В принципе, здесь нихуя. Вы должны подождать, пока завершатся испытания. Какие испытания? Простите, Гордон, но сейчас я занят. Я Гордон? Охуеть новость. Сейчас мне лучше не мешать. Да, ты чай пьешь. Разве вы не должны быть в отсеке испытаний еще полчаса тому назад? Где он, блядь? Прошу вас, оставьте меня в покое, пока я не закончу эксперимент. Ебать, у него эксперимент. Чай пьет. Вот это эксперимент. Надо будет так всем говорить. Чё делаешь? Эксперимент, блядь, когда чай пью. А хули? Аптечки не берутся. Линии жизни в себя не вижу. Нихуя не вижу. Вообще не понимаю, куда идти. Блядь, я застрял.
Я сейчас где-то там, где был. Ну, ну где-то там. Игра нахуй зависла, пришлось заново сюда ехать на этом ебучем автобусе и сюда бежать. Это полный пиздец. Я уже в этой игре никакой стене подходить не буду, потому что ну их нахуй. Наконец-то, я вас искал. Я послал ремонтников в водохранилище, но оно обесточено. Сходите в генератор, но исключите его. И... Я сейчас вас внесу в список допущенных. Все готово, можете идти. Охуенно. Интересно, как он меня вносил в список? Да ну его нахуй. Так. И в какой список? Куда мне идти? В зал управления. Зал управления. Прошу вас, оставьте меня в покое, пока я не закончу эксперимент. Блять. Какие у вас здесь эксперименты? Их не ебу вообще, куда здесь идти? Где я сейчас? И тому подобные вопросы. Сейчас попытаюсь в лифт сесть. Я уже, кстати, раз в нем зависал, потому я уже не знаю здесь. Буду стоять вот здесь, не двигаться. Все, ну его нахуй. Потому что я уже не уверен, завис я сейчас или нет. Потом... Но проверять не буду, пока двери не откроются. Есть! Я на воле. Воля, я свободен. Охуенно. Только где я, блядь? Чё делать? Хуй его знает. Заебись. Блядь. Мне уже страшно. Здесь какая-то хуйня бродит. Так. Надеюсь... Так, по логике здесь надо присесть. Ёб твою мать, блядь. Ёбаный в рот, блядь. Блядь, охуеть, блядь. Я ебал туда лезть. Нет, это пиздец. Так идешь себе спокойно. И эта хуета, блядь, вылазит. Не, я ебал. У меня был бы фонарик. Было бы лучше. Интересно, он здесь есть? Ладно, хуй его знает, блядь. Вообще, нихуя непонятно, куда идти. Блядь, я ебал. Так. Вот это бой! Я все-таки тупо идти в темноту, один же хуй нихуя не видно. Блять, как заебали эти крабы или... Вообще не пойму, что это. Блять. Блять, ну куда же идти, блять? У меня уже догадки кончились просто. Не, ну туда лезть я ебал, потому что, блядь, там темно и нихуя не видно, куда лезть. Смысла-то особого нет. Может, я рано спустился сюда на лифту? Блядь. Все бывает, все бывает. Так. Возвращаюсь назад. Так, я возвратился, но опять же, что делать здесь, опять нихуя не ясно. То есть, здесь я был. Если пойти сюда, может... То есть, куда-то же идти, блядь, надо...
куда-то. Понятно. Нет, в принципе, я в эту игру играл раньше. Раньше-то 6 лет назад. Я помню, что надо залезть в вентиляцию в какой-то маленькой кладовке, чулане или хуй пойми чему, таком маленьком. Только, блин, где она? Это чулан, кладовка, хуй пойми что. Не ебу. То есть, да хуй его знает. Так, столовая и раздевалка, блядь. Был я здесь везде, но... Это явно не в столовой, не в раздевалке. И вентиляция была. Охуеть, мне нужны были аптечки, но у меня нет здоровья. Бля, то есть я раньше с этим и встретился, чем мне надо было. То есть здоровье здесь должно появиться, насколько я помню. Кладовая. Охуеть. Даже подписано. Заебись, так. Вот куда здесь лезть, я не помню. То есть вроде здесь. Или не здесь. Блять, память моя память. Опа. Ништяк. Так. Я держу правильный путь. Вверх или... Так, вверх не получится, потому что я сейчас пизданусь. Хуй его знает. В темноту лезть. А, блядь. То есть я вот сейчас жму в разные стороны, чтобы пытаться лезть, нихуя. Только вот сюда. Назад. А здесь назад, здесь, здесь, здесь что? Да ниху, блядь. То есть, блин, ну куда же идти? Вот это я, конечно, затупил. Не, серьезно, был бы здесь фонарь. Тут здесь, ну, пытаюсь я пройти, вот, ищу, нихуя, никуда не лезет, то есть, прямая вот эта херня и все. Вот все, уперся, нету шагов. Заебись, блядь. Но, по-моему, это правильный путь. Но куда здесь дальше, ну, не ебу я. Ёбаный в рот. То есть только что была загрузка. Может, тогда просто тупо не дозагрузилась. Да уж, такое. Нет. Блядь. Пиздоёбство-то какое. Ну куда идти? Так, вернуться назад в кладовую, но хули тут делать? Опять же, ёбаный в рот, блядь. Да привет, блядь. Ёб твою мать. Блядь, ни карты. Ни карты на стене, а нигде нет. Какие-то тупые указатели, от которых, блядь, пользы вообще нихуя нет. Блядь, я вообще должен куда-то с этой кладовой попасть. Должен был, по идее. Раньше вроде попадал. То есть, может, не попадал, потому что хуй его знает, что было 6 лет назад. Я просто нихуя не помню. Такое тоже возможно. Но, блядь, ну куда-то же это должно вести. То есть, серьезно же.
меня бросила на мою... на сохранение, где я завис. Блять, это пиздец. Я в рот ебал эту игру, тех, кто ее делал. Я просто вообще не ебу, что здесь делать, куда идти. И, блять, то есть выход точно в кладовой, но, блять, у меня его там нет. Пиздец, нахуй, все. Может, когда-то еще попытаюсь что-то в нее поиграть. Но сейчас хватит из меня ее, все.